Андрей Свиридов – актер, сценарист, баскетболист и человек, который знает, что такое Голливуд не понаслышке. И сегодня он в нашей программе в представлении не нуждается. Я, наверное, пойду? Мы только начали. Куда ты? Я очень хочу писать. Терпи. Нет. Гоша! Ну, первым делом всем привет. Вот. Много ли играл за пределами России? Да, я начинал свою карьеру в Америке, в Лос-Анджелесе, в Голливуде, скажем так, громко и пафосно. Я начинал свою карьеру в Голливуде, а потом скатился до Мосфильма. Там каждый делает свое дело, сугубо свое дело. Там у каждого второго помощника есть еще по два помощника. А у нас есть русская смекалка. Вот. У нас даже буфетчица может объяснить актеру, как сыграть, а режиссеру, как вообще снимать кино. И что продюсеры идиоты, и деньги они не тратят на буфет, а должны тратить на буфет. И все знают, как делать чужую работу. Вот. Поэтому в этом, наверное, в этом основная разница. Попав в сериалы, какие-то ситкомы, сериалы, долгоиграющие проекты, именно телевизионные, очень многие начинают поднимать нос. Но, друзья, давайте понимать, что завтра про нас забудут, про тех же героев сериалов, которые не пройдут дальше. Давайте не будем называть сами себя звездами. Звезды, во-первых, на небе, а мы по земле ходим. И звезды это не Кулин, это Папанов, это старая школа, хотя очень много талантливых людей, которых можно называть звездами, есть и сейчас, но молодежь, вам же нужно расти, а не поднимать нос. Рано. Порадуемся на своем веку, красавицы и кубку счастливы. Ну что, кого убить первым? А это кто? Это Андрей Свиридов, охранник из универа. Из какого универа? Из какого универа? Физкультуры и экспериментов над людьми? Нет, из сериала «Универ». А что, Боярский не приехал? Приехал, и Боярский приехал, и Харатьян приехал, и Безруков приехал, и вон они все в гримерке лежат. Мы катаем один спектакль. Все остальное время я задействован в театре, на площадке. Либо это сериалы, либо это полнометражные фильмы. Где я получаю больше удовольствия, это уже другой вопрос. То есть это два разных наслаждения. То, что дает сцена театральная, это один наркотик. То, что мне повезло несколько раз выйти на сцену КВНовскую, это совсем другой адреналин. С ребятами с уральскими пельменями – это третий кайф. Так что можно сказать, что я зависимый наркоман. Только не вырезайте, это не надо монтировать с другими. В Белгороде я был как минимум несколько раз, не буду врать. Вот. Судя по моему костюму, либо я готовлюсь к новой роли, либо вы меня словили в момент свадьбы. Буду честен, вы меня словили в момент свадьбы. И моя уже нынешняя супруга, она из Шебекино, что есть, скажем так, часть Белгорода. Так как в этом городе живут мои друзья, правду я вам не скажу. Город очень хороший, мне очень все понравилось. Встречают, угощают здорово, но если серьезно, красивый город. Красивый город. Не сказать, что в этом городе, ну, по крайней мере, я не заметил чего-то вот старинного. Но город полон своей доброй энергией. Вот. Построен. Город построен и полон своей хорошей положительной энергии. С удовольствием вернусь. К сожалению, у нас еще не было спектакля в вашем городе, но с удовольствием приедем, если прокатчики заинтересуются нашим спектаклем. А так, классный город, хорошие люди. Спасибо вам.